кто крестьянин. Здесь поблизости какой-то райский храм. Ты не мог бы проверить, что в нем? Ну, я ж не справлюсь. Да я тебе алмазный меч там, о. Алмазный меч — это уже дело. Ладно, хорошего пути, Нубик. Всем привет, дорогие друзья. Это я, Нубик. И в этом видео мы заберемся на райский какой-то там островок, о котором мне говорил житель. Жители, наверное, очень умные. Они продают всякую ерунду. Так что, вот, мы добрались. Небесный данж. Я в него войти даже не могу, дорогие друзья. Эй, Нубик! Что, зитель? Эй, слышь! Чтоб сюда войти, нужно с каждого по лайку и по подписке. Ну ладно, житель. Ну, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я просто, ну, не могу, все. Можно? Нет. Можно? Нет. Можно? И нельзя, походу. Эх, ладно. Адиос. Пока всем, дорогие друзья. А можно? Да, уже можно. О, а вы еще кто такой? Я бог Майнкрафта. Ночь? Да нет, я помощник Ночи. Как там его? Ну, короче, я тут... А вы не крестьянин? Ну, мне срочно нужна бумага, и изумруды, и одна книга. А вы их не можете просто заспавнить? Ага, думаю, что я такой тупой. А зачем я жителей создавал? Эх, да. Ну это же алмазный меч, это круто! Золотое яблоко? Яйцо призвание. Вау! Круть! А можно крестьянина? Нет! Ну, пожалуйста. О, а вы? Вы что-то продаете? Ну, да привью его. Этот житель жил хорошо. Он скоро здесь появится, а точнее в раю. Хотят ли твои подписчики серию Нубика в раю? Напишите в комментариях, хотите ли вы серию приключения Нубика в раю. Проверь свой алмазный меч на зомби. Я горю! Ой. Откуда? Это вы мне все это чудо в инвентарь дали? Что такое вервульф? О, вервульф — это страшная штука. Вервульф? По-моему, это не страшная штука. Все, жри гнилую плоть и убирайся. У меня работа. Как убирать? Нубик этого не выдержит. Я спускаться не умею. Вы готовы? Вы верите в Нубика? Oh.
Небесный данж. Жители, но надо найти моего друга жителя и сказать этому жителю, где, что этот храм не выдумка. Вот там, вдруг он знает. Короче, а где тот житель? Они все просто наступят. Это все мое. Ну я ранубик. Пёсики, кто вы сюда? Идите, мои братья. О, палка. Палка, это круто. Пёсики! По-моему, я не всех пишу. О, житель, привет. Пёсик! У меня гнилая плоть. Ешьте плоть гнилую. Надо что-то пёсику дать. А псы едят яблочки. Не давай пёсику золотое яблочко. Щенок? Ой, какой ты крутой. Даже бить не буду. Так. Дом жителя. Жители, почему вас здесь так много? А что вы продаете? Нет. Ой, житель, это же твой меч, типа. Вот. О, житель! Ли, что вы скрывали? Это пистолет. Житель! Как вы могли? Как вы могли? Открывать это все. И звезду Незера. Какого фига? Жители. Они мне не дают выйти. Нубика заперли, жители. Жители. О, это хорошенькое место.